Итак, друзья, модернизация вот такого вот китайского чуда, продаваемого на AliExpress, называется он Wi-Fi модем Альфа. Ну, так скажем, они Альфа есть настоящие, подделки. Ну, вот это подделка. Вот это дешевая подделка, они сами говорят про это, не скрывают. То есть... Но она работает. Она работает намного лучше, чем встроенный Wi-Fi в ноутбуке. Для этого она и покупалась. Значит, но захотел сделать вот ее штатная антенка. Вот, видите? Вот, штатная антенка. Здесь у нас, как видите, в антенне. Сейчас я включу. Что я могу включить? Ничего не могу включить. Сейчас наведу резкость. Вот, увидите. Это мама в антенне. Соответственно, в модеме была папа. Был папа. Я сделал вот такой кабель подлинней. Хороший, качественный взял. Но, к сожалению... Нашел только... Ой, что я нашел? Ничего я не нашел. Только с папой нашел я. Вот это переходничок. Вот, видите? На кабеле папа. И пришлось сюда впаять маму. С трудом выпаял. Припой китайский. Бессвинцовый. Или какой он там, без олова. В общем, который плохо паяется. Самый дешевый. Пришлось сильно греть. А теперь вот купил такой разъемчик, хоть они и дорогие, но своего стоят. Теперь впаиваю его в платку. Вот, кстати, можете посмотреть, какой аккуратный монтаж в этой китайской Альфе. Ничем не хуже, чем в настоящей. Вот так вот. Не жалея термопасты паяльной, паиваем разъем. У штатных разъемов длинные ножки. Сейчас я впаяю, потом откушу, чтоб не торчали. Так, внимательно смотрим, что получилось. Все вроде аккуратненько. Сейчас я, ну-ка, зум будет работать. Вот, ну-ка. Вот, видите? Все впаялось. Соответственно, все это вымоется. Центральную ножку еще не впаивал, потому что, хотя, в принципе, наверное, мой паяльник достанет до нее. Да, вполне достанет. Вот. В общем, с двух сторон, даже с четырех ее можно прогреть. Вот, точно. Жало тонкое достает. О, отлично. Теперь берем кусачечки. Кусачки бьете крепкие. Вот. Вот эти вот золоченые ножички. Откусываем. Слишком близко не кусайте к плате. Вот.
Так, смотрим, контролируем. Так, как он встанет, сейчас мы примерим. Все, можно вот здесь еще подкусить. Все отлично. Так. Вроде ровненько все. Ну, сейчас что, пасту жалеть не будем. Капнем еще. И еще раз пройдемся. Так, три идеально, центральная идеально. Не знаю, видно будет, нет? Наверное, нет. Ну ладно. Вот это вот не очень хорошо. Сейчас мы чуть-чуть ее прям. Вот это вот чуть-чуть. Во, красота. Смотрим. Песня. Так, излишек волова вот отсюда уберем, чтоб не точило. Вот. Все. Все, красота. Так, собираем в обратной последовательности. А, пардон. Берем одолженную во временное пользование у супруги подушечку ватную, обильно смачиваем ее спиртиком и это все вымываем. Вот, вот так вот, на всякий случай с этой стороны. Так, смотрим. Не жалейте. Хуже будет, если через эту пасту будет что-то пробивать. Вообще, песня. Все. Вот, посмотрите. Вот такая вот аккуратная паечка. Не знаю, видно будет, нет. Сейчас со всех сторон покажу. Вот так. Ну, с этой стороны все и так хорошо. Все, собираем устройство. Собирается оно просто. Вот здесь вот полукруглый выезд такой. Это ложа для разъема. Можем вот эту вот штучку скрутить. Сейчас. Разъемчики продаются вот с такой вот гаечкой. И шайбочкой. Вот так мы скрутим. Вдруг она пригодится при сборке. Вот так вот кладем. Вот, все. Встало на свое место. И здесь корпус держится только на застежках.
Вот две защелочки. То есть вот так вот надеваем. А здесь защелкиваем. Все. Так, и сразу проверяем. Закручиваем гаечку. Не знаю, смысла нет ее тут закручивать. Вот. И накручиваем разъемчик. Вот, все. Такой удлинитель я сделал, чтобы самому мудрить дальше антенны. Ведь не обязательно ловить на штырь. Сейчас в интернете очень много всяких разных антенн. Так что мне интересно попробовать. И узконаправленные, и там всякие двухдиапазонные. Попробовать антенную решеточку какую-нибудь сделать, хотя бы из четырех элементов. В общем, неплохая идея, чтобы поэкспериментировать. Давайте. Спасибо за внимание. Всего доброго. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.